А может быть мне реакцию запилить? Богдан, да ты уникум, смотри, что по трендам быстрей! Да ладно, ладно, успокойся, все, смотрю. Так, Владус Минимум, премьера клипа 2018, пародия. Ага. Ну так смотри ее быстрее, дебил, блядь, сейчас упустишь хайп же. Да все, 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 смотрю, смотрю, все, хорошо. Так, все, 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 я включил, все, начинаем. Вырубает! Пародия на Minimal J! У-ху! Ладно. Боже, качество съемки, чувак! Я не знаю, заметил кто или нет, но здесь уже видно, как, ну, не очень качество, типа, а это в трендах. Вот, видите, прям, ну, ну, видно, видно, видно. Либо это эффект специально такой добавили, чтобы выглядело так, либо реально снимали на какой-либо телефон, либо на не очень профессиональную камеру. Ну, может быть, это я просто один так заметил, а может быть, просто какие-то дефекты. Ну, короче, ладно. На пару химии надо встать к 7 минимум, да-да-да, разбуди меня, но сейчас ложиться нельзя. На пару химии надо встать к 7 минимум. Завален работой, рыбалка. Короче, это получается пародия на Minimal J, а, ну, именно в плане, типа, Майнкрафта, да, я так понял, окей, хорошо. Нет, ну, пока что с рифмами все нормально, как я заметил. Охота, я вспахал огород и руки в мозоль. Не готов к зачету, это плохо. Но сегодня я очень уж занятой, я такой занятой. Блять, сири, на шахте. Ладно, я понял, что он по Майнкрафту типа делал. От спина, руки адски болят, и я на шахте 5 дней. Кстати, заметили худи? Владус. Блин, а где такие делают? Типа он сделал в плане Левиса? Ну, у меня как бы Левис есть, да, оригинальный, ага, но это не в тему. Вот, но худи прикольно у него. Подряд спина, руки адски болят. Прикольно? Надо встать к 7 минимум, да-да-да, разбуди меня. Забирай-ка зачетку, проваливай, одни долги напрягись. Короче, я понял смысл в чем здесь, почти, почти. Но, да даже не почти, а понятно. То есть, типа, чувак полностью в Майнкрафте, да, и не может нормально подготовиться к зачетке и что-то в этом роде. Или я такой тупой, блядь, и не уловил смысл. Ну ладно, давайте дальше смотреть. Что с тобой, ну прям как валенок. Он даже валенок, блядь, притащил огромный. Не, прикольно, прикольно снято, вы чё? Глазами что за круги? Пересдал опять неправильно. Пересдал опять неправильно. Забирай документы, проваливай. Хочешь служить, заберут. Ведь не могут не взять перед дальней дорогой. Оставлю записку я маме на ящике. Прошу мой компьютер не трогать. Год никаких одноклассников. Бля, нормально линзы взял, какой LG, хорош. Сников, склад завалил рудой, разводил свиней, все. Блин, какой... Он так четко хромакей юзает здесь. Ну, типа, прикольный кадр, прикольный. Ради чего? Делал все зачем? Склад завалил рудой, разводил свиней, все ради чего? Я даже мораль видео понял. Типа, ребята, кто не будет учиться, а будет постоянно гамать в Майнкрафт, того сразу заберут в армию, блять, вы не сдадите зачетку и будете в армии, но без Майнкрафта. Делал все зачем? Поэтому учитесь. На пару химии надо встать к 7 минимум. Да-да-да, разбуди меня, но сейчас ложиться нельзя. На пару химии надо встать к 7 минимум. Да не, прикольные рифмы. Надо встать к 7 минимум, да-да-да, разбуди меня, но сейчас ложиться нельзя. На пару химии надо встать к 7 минимум, да-да-да, разбуди меня. Кстати,
Кадр прикольно снят, кстати, да. То есть, я знаю очень много... Ну, не так уж много, я вам скажу. Короче, достаточно много пародий снимает, знаете, на чё? Типа там, бля, задний фон, два фона, и всё, зелёный-красный. А здесь хотя бы очень много отснято кадров, то есть, в разных помещениях и тому подобное. То есть, по крайней мере, это достойно трендов и правды. Ну, прикольно. К тому же... канал посвящен Майнкрафту и отснят прикольно сам клип. Правда, я не понимаю, на что они снимали. Здесь качество, ну, прям, ну, не такое профессиональное. Ну, может быть, они и не добивались такого прям профессионально, но это пародия все равно, она в трендах. Надо уж получше качество снимать. Ну, серьезно, может быть, это... Может, у меня глаза, бля, какие-то кривые, но мне кажется, что здесь, ну, прям... Вот я даже посмотрю. Это максимум? Да, это максимум. 720 HD, чувак! Ну, мог бы сделать 1080. Ладно, я претензий, типа, не имею. Смотрибельно, конечно, ну ладно. Да не, прикольно. А сам уснул, блядь, не подготовился к зачетке по химии. Все, в армию, чувак. Вот такая мораль видео. Все? Да, все. Ну, чё, какой я могу вывод-то сделать? Сейчас переключу там кадр, типа. Блядь. Короче, что можно сказать по поводу этого клипа, ну, как бы пародия, да. Понятно, что, скорее всего, сам канал посвящен Майнкрафту. Есть свои минусы, есть свои плюсы. Минус в том, что, ну, как бы, у него 720p, алё, чувак, ты чё, ты мог 1080 поставить? Ну, пародия же прям, ты готовился, скорее всего, к этой пародии, потому что у тебя и рифмы хорошие, и очень много кадров разных, прикольно отснято. Ты, наверное, даже не ожидал, что это в тренды попадет, но это попало в тренды, и ты мог сделать получше качество. Вот, ну, минус только из-за качества, вот. Далее, какие плюсы? Рифмы прикольные, правда, кадров очень много отснято. И плюс, этот канал, повторюсь, посвящен Майнкрафту, и отснят-то прикольно, и хромаки заюзан тоже довольно хорошо. Так что претензий я вообще к этому клипу никаких не имею. И, ну, какие у меня могут быть претензии? Вот, только если минусы я могу сказать свои, да, вот, да, ага. Вот, поэтому вроде бы нормально получилось, так что спасибо всем за просмотр. Вы, если что, там можете подписаться, конечно, если хотите, конечно, вот, да. Два раза, конечно, сказал, блять. Ну что ж, и всем спасибо за просмотр, и всем пока.